Вот у нас в гостях Kia Sportage. И мы сейчас снимем маленькое видео, как разбирается, снимается с водительской двери шкурка. Значит, вот он саморез. Раз, где еще? Здесь заглушка. Вот здесь под заглушечкой поддеваем саморез. Два. Скорее всего, вот здесь под накладкой будет три. И посмотрим, что дальше. Еще раз повторимся. Вот здесь у нас саморезик вкручивается. Здесь вот так достаем тоже. Отгибается она спокойненько. Здесь тоже у нас саморезик. Естественно, придется и здесь отщелкивать. Здесь будут защелочки, скорее всего, две. На зеркале и на динамике. Значит, снимается вот здесь заглушечка. Вот она тоже заглушечка. И там у нас болтушочек. И где у нас накладка? Вон она. И вот она у нас накладочка, которая стоит здесь. Вот таким образом она отщелкивается. Вот он один зуб, вот он второй зуб. Здесь наверху у нас такая как бы подпружиненный болтушочек, с которого мы начинаем снимать. А это просто вот так вынимается. Так, поехали дальше. И теперь у нас здесь остается достать. Так, там открутили. Теперь здесь. Да. И поддевается обивочка, она на клипсах. Вот. И немножко вверх. И вот она сходит. Здесь мы берем. Достаем привода, отщелкиваем. Это ручка открывания и запирания дверей. И опять же несколько штучек тут электроразъемов. В принципе, при определенной сноровке все нормально снимается. Вот и все. Вот такая у нас красивая дверка получается.